Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми своими декоративными и уходовыми покупочками. Сразу скажу, это будут покупки не компании Avon и Oriflame. Я избежала этого, поэтому, так как я снимаю для вас видео о своих заказах, и, ну, я думаю, вы видите то, что я себе заказываю, то, что нет. Может быть, когда-то я соберусь и сниму именно косметики Avon, которую я себе в запасы заказала. Я еще об этом думаю. Если вам будет интересно такое видео посмотреть, напишите мне, как-то дайте мне об этом знать. Я обязательно тогда сниму именно о покупках с компанией Avon. А сейчас я хочу вам показать те небольшие... У меня немного покупочек, потому что, ну, было много, но уже половину я, знаете, по полбанки использовала, и как-то показывать это не очень презентабельно. Поэтому я покажу те более последние покупочки, которые я себе покупала. И, наверное, мы с вами... Да, еще хочу сказать... Извините за мой голос, я немножко болею, я думаю, по мне видно, слышно, поэтому извините меня сразу за мое гундосенье, и давайте приступим. Наверное, начнем видео с вот таких вот карандашиков трех. Давайте начнем, здесь для глаз, для бровей, для губ карандаш. Начнем давайте для губ. Это был вот такой карандашик, такой длинный, я думаю, мне его на очень долго хватит. Это очень бюджетный карандаш, Мальва называется. Для Украины, сразу скажу, кто меня смотрит, стоит 10 гривен, но за свои 10 гривен это золотой карандаш просто. В нем он водостойкий косметический карандаш, мягкий, и в нем содержится алоэ и витамины Е. У меня в оттенке под номером 26 Rose. Очень классный карандаш, мягкий, действительно очень мягенький. Наносится на губы идеально, просто я довольна им, честно скажу. За те копейки, реально копейки, которые я его купила, я довольна. Просто у меня нет слов, какая классная эта штука, этот карандашик. Поэтому кто знает, где можно купить Мальва, вот такие вот длинные карандаши с металлическими колпачками, берите, вы не пожалеете. И даже не думайте, что вот он дешевый, мало ли у меня что-то случится. Нет, вот у меня сейчас, кстати, он на губах под эту помаду. Я покупала именно под эту помадку, и я им довольна. Никаких высыпаний, раздражений, ничего. Он идеально мягенький, блин, ну классный, не дерет губы. Я довольна этим карандашом. Так что да, берите, если найдете. Классный. Следующий, наверное, будет это у нас карандашик для глаз от Essence. I love smoky. Вот такой он толстый, заявленный тоже как водостойкий. Вот такой он чернючий. Пользуюсь уже такой довольно длительное время. Сильно долго он, пусть и заявленный, что водостойкий. Очень длинная, долго он не держится все равно. Ну, знаете, сходить там на пары, на уроки в школу, я думаю, его достаточно, его хватит. Нормально, тоже за свои копеечки ему это простительно. Но то, что он такой прилично черный, мне нравится. Наносится, кстати, легко на глаза, только если у вас кремовые тени, либо их вообще нет. И на по сухим очень туго. Вот это единственный такой минус еще, кроме того, что он не сильно стойкий, хоть и заявлен, что стойкий. Да, вот такой. Следующий карандашик это будет от Triumph. Вот такой карандаш с кисточкой. Тоже уже так довольно долго им пользуюсь. Вот такой черненький. Это карандаш для бровей. Вот, сводчик. Тоже такой черненький. У меня свои брови темные, и мне коричневые карандаши хоть убейте не идут. Я вот это накрашу, какие уже припыленные серые, какие не пробовала, но не идет мне хоть убейте коричневый карандаш, коричневая тушевка в брови. У меня свои брови черные, и ну не идет. Поэтому я нашла вот такой вот карандаш. Вот Triumph, он очень мягенький, наносится, тоже мягко, классно тушуется. Я делаю нижнюю
такую более четкую линию, а потом просто вот эта щеточка так подтушевываю его, и он растушевывается по всей форме бровей и просто заполняется, ну, знаете, бровь таким легким туманом, но более таким темным. И вот у меня тогда выглядят четкие брови и, как сказать, пусть даже и черным, но они не выглядят, вот, знаете, как приклеили. И как это... Мои брови спонсирует фирма Nike, но они не выглядят так, понимаете? Да, вот классный карандаш, тоже мягенький, тоже бюджетный. Сейчас я буду вам показывать вообще, даже если так брать, все почти продукты бюджетные, поэтому я советую этот карандашик. Также можно его взять и в коричневых оттенках, кому подходит коричневый, но по своим свойствам, то, что он мягенький, легко тушуется, ну, буквально, видите, вот, потерла, уже размазывается, он классный, поэтому советую. Следующим продуктом, который я купила, это будет вот такая вот губная помада от Кики, это идеальный стойкий тон, короче. Вот так она выглядит. Оттенок этой помады жемчужно-розовый, номер 343. Заказывала я эту помаду на сайте makeup.com. Вот так выглядит этот оттенок. Такой, знаете, действительно жемчужный розовый. Натуральный такой оттенок, который губам просто не будет перекрывать прям там сильно, знаете, так ваш тон губ, а он просто придаст, как вам сказать, такое вот красивое свечение, реально, как жемчужинки губки будут. Еще так толком не носила, не распробовала эту помаду, красила всего лишь один раз. Ну так сказать, честно говоря, относительно продержалась прилично долго. Когда стиралась, не выглядела какими-то вот видите, даже трешь ее, и она не выглядит какими-то объедками, знаете, такими некрасивыми, там намазанной, там стертой, какой-то грязькой. Не выглядит, она дает просто такой, сходит аккуратным таким глянцем. Ну, мне нравится вот этот, понравился ее после ношенный эффект, короче, неплохая помадочка, покупала тоже недорого, ну, довольно, честно, вот могу посоветовать, и палитра, кстати, этих помад очень разнообразная. Я помню, у меня даже когда я была манюткой, маленькой девочкой, у меня мама пользовалась Кики, у нее была красная, и вот, это, знаете, я не знаю, это, наверное, какие-то были воспоминания навеяли, что меня потянуло к Кике, и я зашла, нашла себе такую помаду. Классно, я довольна. И даже вот мама отзывалась об этих всегда помадах, помню, очень хорошо. Поэтому да, ее могу посоветовать. Пусть даже я пользовалась один раз, но то вот какой. Не знаю, как другие оттенки, но это, в этом оттенке вот этот эффект после того, как она начинает стираться, просто супер. Поэтому да. Но еще будут тестировать, еще я вам о ней расскажу. Может, мое мнение поменяется, знаете, категорически. Поэтому, да, еще попробую, потестирую, поношу, и тогда уже позже каких-то видео вам свое мнение расскажу. Следующий товар тоже, который я заказала на makeup.com, было вот такое нивеевское масло для губ с макадамским орехом и ванилью. У меня еще есть такое масло райский кокос. Я его покупала отдельно в магазине. Что могу сказать? Я думала, вот это будет супер, круче, чем райский кокос. Но оказалось совсем наоборот. Честно вам скажу. Вообще оказалось наоборот. Очень явно выраженная приторная ваниль. Здесь такой белой консистенции. Да, и такая вот выраженная очень ваниль, фу-фу-фу, знаете, ну, уже заказала, буду пользоваться, и он менее стойкий. Вот у меня райский кокос, сейчас просто на квартире в другом городе, у меня сейчас каникулы, я уехала к себе домой, поэтому не могу тут бальзам вам показать, я вставлю ссылку на видео, поэтому, если кому-то интересно, посмотрите. Он тоже такой белой консистенции, такой же самый, вот,
Его не видно, видите, он только дает такой блеск, классно напитывая тут губы, мне понравилось эффект, такие, знаете, напитанных, держится так прилично, я его на ночь намазываю, ночь намазала, утром встаю, у меня еще губы накрашены вот этими бальзамчиками намазанные, я даже сейчас болею, у меня нос с сухостью, здесь я даже нос мажу, но круто залечивает, и вот этих засушенок нету, слава богу. Тогда потерялась я с темы. Райский кокос намного стойче, сам, чем вот этот. Этот быстрее съедается, чем тот, например. И в того запах, знаете, не так вот не будет раздражать, мне кажется, вообще никого. Он улетучивается практически за 30 секунд. Этот более стойчащий запах, чем тот. Но вот среди двух бальзамов райский кокос этого мне я могу сравнить. Поэтому да, то райский кокос стойче, запах ненавязчивый и идеальный бальзам. Так что еще кто не попробовал, возьмите, вы не пожалеете. Следующий продукт, который я вам покажу, это будут вот такие вот от Флормар румяна. Шиммер Пинг называется оттенок. Вот такая в нем кисточка. Кисточка, сразу скажу, никудышная, очень плотная. Но я вот набираю на нее пудру и, знаете, под глаза вбиваю. Она для этих целей нормальная, но, конечно, все равно жестковато. Румяна сами выглядят вот так вот. На них типа еще какой-то такой визерунок. Это такой, знаете, розовый-розовый зимний оттенок. Вот они. Пусть, кстати, написано, что розовый шиммерный, но они очень матово на щечках смотрятся. Почти этого шиммера незаметно. Так что я, кстати, могу посоветовать вот это вот очень бюджетный вариант тоже для школьниц, которые хотят выглядеть более свежо. И вот он будет классно выглядеть на молоденькой такой коже, тоненькой, знаете, еще подростковой. Так что для модниц-школьниц я могу вот этот оттенок посоветовать. Неплохо будет смотреться. И суперски смотрится на зиму. Летом не очень. А сейчас мы с вами перейдем, наверное, плавно к уходовой косметике, да? И первое, что я вам покажу, конечно, это не совсем уходовая будет, а, как сказать, наверное, декоративная косметика для волос. Это будет краска, короче, для волос от Acme Color Рябина. Сейчас многие, наверное, скажут, боже, чем она красит, собираются волосы попалить, чтобы повылазили или еще что-то. Нет. Развею этот миф. Не знаю, с кем работает эта краска, а вот для меня она просто идеальная. Сколько я красок не перепробовала, дорогих, дешевых, ну разных. Вот эта краска для меня идеальна. Единственная, единственная краска, которая не делает мои волосы как соломой. И после окрашивания этой краской у меня волосы, знаете, вот шелк. Нереальный просто шелк. Они мягенькие, шелковые, блестящие, расчесываются легко. И я довольна вот этой краской. И меня не пугают вот эти рассказы, что там могут повылазить волосы от этой краски, могут, не знаю, там просто начать псеться, что угодно. Нет, классная краска, идеальная, мне нравится. Она очень долго держится. Самое главное, что она очень долго держится на моих волосах. Я вот очень довольна этой краской. Следующими, наверное, продуктами, давайте это будут продукты для лица. Вот такая вот маска, банька Агафьи. Так, секреты сибирской травницы. 100% натуральные ингредиенты, ну, то есть, типа, без СЛС, парабенов эта масочка, это успокаивающая маска для лица даурская, с экстрактами ромашки, даурской лилии, кладония какая-то снежная и сок огуречной травы. В своем каком-то блоге я говорила вот так вот, когда первый раз ее нюхала, она мне пахла ягодами, ну, лесными ягодами и все. Такая она немножко фиолетовенькая, кстати. Но когда ее наносишь на лицо, она пахнет выраженно лилией. Ну, это, а знаете, аж тошнит. Боже. Я, кстати, насколько хвалят вот такие всякие маски от бабки, бабки, бабушки Агафьи,
Я разочарована ею. Она написана успокаивающе, но она ужасно мне высушила кожу. У меня такие засушенные шелушения появились после нее. И вот этот запах, фу-фу-фу, просто я не могу его терпеть. Прыщи красные, она вообще не успокаивает кожу, на коже, я не знаю. По-моему, беспонтовая, честно. Вот ее, я не знаю, как другие, но вот эту я... Лично я советовать не могу, потому что на мне она ужасный эффект дала. Следующий продукт это будет вот такая вот бадья розовой жидкости, короче. Это I like, don't you like? Это скраб для лица, соляной скраб от Экопланета. Он без СЛС, без силикона, без парабена. Он тоже типа натуральный, на масле персиковом и с клюквенными вот этими семянами для скрабирования. Суперский скраб, круто высушивает прыщики, убирает, ну буквально не знаю, вот проскабируйте вот это по красным воспаленным прыщам, у вас к вечеру уже будут очень подсушенные маленькие красные точечки. Мне просто идеальные, не знаю, им довольна. Но у меня случилось, вот видите, такая консистенция. Я им очень довольна, этим скрабом, конечно, но у меня случилась неприятность. Я когда-то его так открыла, хотела себе поскрабировать кожу, и перед тем, как ванну принимать, и как жухнула эту банку, короче, вы как видите, оно у меня жидкое стало, и осталось всего полбанки, вся остача осталась плавать в ванной, это то, что я спасла. Ну ладно, я еще себе куплю, думаю, его. Я довольна этой вещицей, поэтому буду покупать это однозначно, этот скраб. И так как мы уже затронули с вами тему скрабов, то давайте, наверное, перейдем. Вот это скраб для тела, энергия от витаминов. Душ-пилинг для тела с шоколадом и лесным орехом. Деликатный спа-уход. Вот такая вот бутылочка, видите? Вот это я попользовалась всего 3 раза им в душе. Пахнет очень таким приторным шоколадом. Не знаю, орех я практически здесь... Ну, есть, знаете, нотка такого маслянистого ореха и приторного шоколада. Больше никогда не куплю, потому что он не экономичен. Супер какого-то там эффекта не дает. Подкрашенный. Я не люблю, конечно, тоже для лица красный скраб, но за тот эффект, который он дает, я мирюсь с этим, но вот этот никакого эффекта не дает, еще и краситель мне в кожу, а этот краситель, эти, кстати, красители с кожи не выводятся. Так что вот наша кожа и страдает, стареет и все остальное от красителей. Но это мне подарили, как говорят, дареному коню зубы не смотрят. Ну, от него толка никакого. Поэтому покупать не буду, вот это пользую и пойдет в мусорный пакет. Следующий продукт, наверное, это будет вот такой крем. От Green Mama, это крем для бюста и декольте. Здесь экстракты водоростей и морской коллаген находится. Пользовалась им, ну, так после душа, как указано, после холодного душа желательно. Знаете, дают коже такую подтянутость и увлажненность. Прям там какого-то эффекта. Ух, такой подтянутой упругой груди нет, но сама кожа стоит более такая вот, я не знаю, живее, что ли. Так что, думаю, попробую пройти курс пропользовать вот этот тюбик, еще закажу. Если будет какой-то эффект, то в будущем я вам скажу, стоит ли вообще его как бы использовать, есть ли какой-то эффект, нет. Ну, в принципе, это неплохой. Пахнет, кстати, тоже таким мятным чем-то, таким тоже каким-то водорослями какими-то... Ой, в принципе, неплохо. Вот та подтянутость, живость, которую он дает коже, неплохая. И, наверное, перейдем уже к таким продуктам, знаете, мылящимся. Простите. Да, давайте, наверное, начнем с набора, а потом перейдем к таким мылящимся.
Наборчик состоял из таких трех продуктов. У меня, извините, коробочка просто не сохранилась, а этого наборчика. В него входил тимотей, такое мыло тосканское, долина, зеленый виноград. Вот так оно выглядит. Пахнет таким, не знаю, химозным виноградиком, но пахнет. Ну, приятный химозный виноград. Здесь есть какие-то как скрабинки, такое ощущение, наверное, как косточки какие-то. Вот так оно выглядит. В принципе, по запаху мне понравилось. Трошки смутило тоже то, что подкрашенное. Я думаю, уже по моим видео поняли, что это у меня пунктик. Поэтому, ну ладно, пойдет. Буду пользоваться. Следующий продукт это такой Rexona дезодорант. Здесь, так. Это он с алоэ вера, 48 часов защиты, 0 спирта. Вот так выглядит. Понравился со всех Rexon, честно говоря, мне вот этот очень-очень больше всех, наверное, понравился. Дезодорант защищает, дает легкий приятный аромат, честно, не тошнотворный. Не тошнит, не перебивает запах парфюма. Мне понравился, неплохой дезик. Честно, вот его повторно куплю точно и не раз. Я думаю, мне понравился. Хороший дезодорант. Высыхает, кстати, вот этот очень быстро. У меня были другие рексоновские дезодоранты, но они как-то, знаете, долго высыхали. Вот, извините за интимные подробности, но этот очень быстренько высыхает. Это меня порадовало. И вот такая вот мочалочка. Подарок типа шла. Этот весь набор вышел мне за стоимость одного вот этого дезодоранта. Даже я посмотрела, дезодорант вышел дороже, чем сам набор. Так что можно сказать, что и мыло, и вот это мне все было в подарок. Такая нормальная мочалочка. Пойдет. Честно, довольна таким набором была. Мне нужен был дезодорант срочно. И я посмотрела цену дезодоранта. Мой молодой человек говорит, смотри, набор. Дезодорант, мыло и мочалка дешевле, чем сам дезодорант. Ну, я решила и купила. И, кстати, да, очень довольна. Следующий продукт, это, конечно, с детских таких вот продуктов. Вот Pink Elephant идет Just for Kids. Для девочек линейка, это крем-мыло кошечка Муся. Вот так оно выглядит, без слез, без парабенов и красителей. Пахнет приятно, тоже такой неподкрашенной консистенции, гелево-кремовой, более беловатый такой. Очень классно, есть помпа, как видите, можно вкручивать ее туда, чтобы продукт не выдавливался. 250 мл, тоже очень, кстати, за свое качество очень дешево даже стоит, я могу так сказать, хороший продукт. Так что деткам могу, я думаю, спокойно таким после годиков трех особенно могу посоветовать. Мамочки, не бойтесь. И последний, это даже, наверное, будет набор. Его я не купила, мне его подарил мой молодой человек. Но у меня до этого просто был гель. Да, он с каким-то орешком или маслом ши, не помню, короче, такая бежеватая крышечка. Мне очень нравился, но у меня, получается, он закончился. Я что-то начала жаловаться, что мне другие гели... Ну, мне очень сушат кожу. Гели, мыло, я только да, вам пользуюсь, потому что у меня после него увлажненная кожа, не всегда после него можно пользоваться лосьоном. И я пожаловалась молодому человеку, что у меня закончится. Вот он мне приобрел, типа подарок мне решил сделать на наш там совместный маленький праздник. Сейчас я вот это при вас открою и пойду поставлю в ванну, потому что я очень долго ждала, когда я сниму это видео. И когда я не смогу купаться. О, он еще слеплено. Короче, у меня были другие вот эти вот гели, их не обычные, красненькие, мне очень нравилась увлажненная классная кожа, такая, знаете, как помылся, вытерся, вот она как кремчиком намазанная, просто балдею. Кстати, можно их мылом и хорошо смывать от макияжа, кожа не пересушивает, мне вот этим еще нравится их мыло. Вот это у меня аромат инжира и цветка апельсинового дерева. Приятно
Приятный, ненавязчивый аромат. Конечно, немножко тоже вроде белый, но слегка с голубиночкой. Ну ладно, это можно простить. Это не прям голубой гель, как есть. Я не знаю, вот это как купят вот такой салатового цвета гель на себя выливаешь. У меня аж вот это, знаете, так мандраж берет. Или как вот тут скраб коричневый. Ладно. Затем мириться можно за его свойства. И набор тоже выходил намного дешевле, чем сам отдельно, если покупать и гель. Поэтому молодой человек мне взял и мыло, и гель. Сейчас открою. Мылка тоже, да, слегка голубоватая. Вот так вот. Ой, ой, приятно пахнет. Боже, еще мыло приятнее пахнет, чем гель, честно скажу. Так что да, продукты, да, я всегда была ими довольна. И спасибо любимому за такой подарочек. Так что да, я куплю еще не раз и довольна соотношением цены и качества, честно. Поэтому советую всем-всем-всем брать, пользоваться, да. Спасибо вам, что смотрели мое видео. Если вам было интересно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока-пока.